Полный пипец случился. Мой аккаунт в Роблоксе забанили. Я уже думала вам показать свой новый вид в Роблоксе. Но меня его просто забанили. Я не знаю, это насколько, но я не могу войти в свой аккаунт в Роблоксе. Вот перезахожу для вас специально в Роблокс. Прям перезахожу. Я не знаю, что теперь делать. Вот он. Но. Это просто пец какой-то. Я сейчас делаю новый аккаунт, и там ничего моего не будет. Ребята, серьезно, пипец. Теперь мой новый скин. А у меня уже был скин, на который надо было брать боксу. И теперь и точно у меня этого не будет. Никогда. И этот скин потерял свой робокс. Все. Я прям пытаюсь найти свой плюшевый костюм, но его уже больше боюсь не найти. Бесплатно. Я сейчас нафиг заплачу. Я так всегда говорю, когда у меня очень больно. За что мне это? Потом все началось, когда я добавила подругу в друзья. Ну или мою подругу взбесило то, что я ее добавляла, а то нет. Из друзей. Хотела вам до завтра сюрприз сделать, а у меня уже не получилось. Даже могу сказать. Даже могу написать для вас. Вот так вот. У меня не было типа вот такого, только у меня был персонаж очень маленький, без такой мордочки и оранжевой. Ой, не, он не оранжевый, а это радужный. Вот так вот еще давайте попробуем. Уж найду бесплатно. Бесплатно, да, бесплатно. Бесплатно. Бесплатно, сейчас такое бесплатно нигде не найдешь. Все мои сохранения, все. У меня где-то было видео такого, только оно много меньше и без головки. Типа вот такого вот видео. Типа вот такого, ну. Сейчас боюсь, я не найду. Попробую вспомнить. Надо пусть. Ребята, прикиньте, у меня забрали все мое. Ну, мне разблокировали все мои игры. Чувака разблокировали. Давайте быстрее поиграем в это. Я вам столько хочу чего показать в этом городе. Это только кто не играл в этом. Я сегодня у разработчика попросила, чтобы вы разблокировали все игры.
Но я же не хотела, чтобы все аккаунты банили. Ой, как лагает. Прямо капец. Это я узнаю эти замечательные байки. О, лужа. Лёд. Ура! Могу добавлять кого хочу. Ура! Ура! У меня будут новые знакомства. Вот на это я сильно радуюсь. У меня будут новые знакомства, новые друзья. Капец. Чё, чувак со мной согласился? Сел. Тут мне ещё не дать стрелочку так сильно. Так, вот тут вот вообще капец как тут. А вот тут какая-то хрень ходячая. Она тут годами. Вот это вот еще хрень, я ее постоянно видел. О, новая девчуля. Так, короче. У меня заблокировали мой канал, но у меня...